Меня зовут Севастьянов Александр Сергеевич. Я являюсь адвокатом Адвокатской палаты Московской области с 2014 года, а общий юридический стаж у меня исчисляется с 2003 года. В своей работе я строго руководствуюсь законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также кодексом профессиональной этики адвоката. В настоящее время я имею богатый опыт рассмотрения дел по административным делам в отношении моих доверителей. Многое из этих дел окончено с положительным для доверителя результатом. В качестве решения вашей проблемы, в том случае, если вы являетесь лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, я предлагаю адвокатскую помощь, в рамках которой я работаю на прекращение дела об административном правонарушении. А если прекращение дела не допускается в силу закона или по конкретным обстоятельствам дела, я работаю на максимальное смягчение наказания. В числе моих адвокатских инструментов не только хорошее знание административного права, но также по административным делам, когда у вас экстренная ситуация, я работаю круглосуточно. По звонкам своих доверителей я приезжаю не только домой к ним, но и в СИЗО. Я самостоятельно добываю доказательства по вашему административному делу и всегда заключаю белый адвокатский договор. Так что со мной не придется доказывать, что денег вы мне заплатили больше, чем фактически указано в договоре. Если у вас есть проблема административного характера, вы всегда можете обратиться ко мне за адвокатской помощью. По заключенным договорам я работаю не только в Московском регионе, но также выезжаю и в другие регионы Российской Федерации. Жду ваши вопросы на своем сайте.